У нас кошка с ума сходит. Смотрите, встречи делать. Я тут вот так вот рукой делаю. И она там, видите? Она бешеная, да, так ее дети называют бешеной. Вася! Вася! Васька! Видите, я тут рукой делаю, и она там жопу ей лозит. А если сейчас вас здесь проведу, тоже начнется. Ты зачем сегодня кофту сняла? Ой, я сейчас более интересно сделаю. Я здесь вот так вот делаю, и она... Ты что делаешь, Толочка, ты наша? И она всегда вот так вот. Она любит здесь на перегородке, вот на этой вот, играть. Видите, что делает? Ей кота просто надо. А у нас кота нету. Да, Вася? Скажи, нету у нас Васика. Моего, скажи, Васика. И любит вот эти вот мохнатые одеяла облизывать. Да чёрсиков. Да. Васика ей надо купить. Дети говорят, видите. Смотри, что делает. Как на одеяло облизло. Эх ты, Васька, ты, Васька. Они что вытворят? Постоянно вот так вот. Ваня, ну-ка слезь со второго этажа. Постоянно так вытворят. Да, Васька? У всех свои любимые кошки есть, а у нас наша любимка есть. Все снимают своих любимых кошек, а мы нашу будем снимать, Ваську. Любимую. Ладно, всем хорошего дня. А нам все еще не дали свет. И без света ничего не сделать, не пропылесосить, не постирать, не покушать сварить. Короче, полный дурдом. Сейчас одеваюсь, мне надо ехать в город по делам. Короче говоря, как-то так. Беру сумку, паспорт и поехала. Все, я поехала в город. Я забыла совсем, что мне надо сегодня было на учебу. Вспомнила, блин, соскочила. Бегом побежала на автобус. Ладно, идем. У нас вечер, Оксана уроки делает. Да, Оксана? Сначала мы на черновике делали. Нас спрашивали, вот, подожди, Оксана, почему Оксана так черкает в тетради, вот, смотрите, ребят, смотрите, как она начеркала. Оксана, ты зачем так черкаешь? Объясни нашим подписчикам, пожалуйста. Да, потому что это, ребята, черновик. Вот так вот мы ведем черновик. Ей списывать потом удобно, и она зачеркнула то, что списала, и она видит, что ей надо еще переписывать. А вот это вот сегодня ей мальчик в школе сделал. Кто тебе это сделал? Андрей, да. Вот так вот. У нас время уже 10 час. Нам сегодня поздно свет дали, поэтому мы долго сейчас будем сидеть еще с уроками, да, Оксаночка? Да. Так что вот такие вот дела. Хочу на днях поменять вот здесь вот шторку. Мне не нравится эта шторка. Хочу другую, которую мне из Германии прислали. Вот ее хочу повесить. Сейчас вот, сегодня пока этот аппарат висит, сегодня даже готовить не стала, сейчас расскажу. Я сегодня даже не готовила, у меня сегодня муж готовил. Ай, вот такая вот я, королева. Меня муж готовит. Да, короче, я боюсь с этим аппаратом возле печки или возле плитки стоят. От плитки идет, как бы, даже сказали, что телефон мне желательно часто в руках держать, поэтому вот я сегодня мало что снимаю и стараюсь как бы меньше работы делать, чтобы это... Но в целом как-то так. Съездила сегодня на учебу. Кися! Да. Кися, молодец.
Мариночка прописи делает. Потом покажу, как она делает прописи вам обязательно. Так что вот такие вот дела. Завтра, по идее, мне бы к 9 на учебу идти. Но я им объяснила, что я, говорю, пока на дневную, вот они видели, что сегодня я еще с аппаратом пришла. Они еще удивились, зачем, говорит, вы тогда пошли. Я говорю, ну как так, сегодня первый день, все равно надо было прийти. Ну вот я пришла и сказала им, что как с дневного у меня выпишут, буду уже ходить постоянно. Они как бы сказали, хорошо, но завтра я им позвоню, узнаю, может быть, это еще в другое время уроки будут или как-то что-то изменится. Ну вот, короче, я ученик. Теперь мне тоже надо тетрадки покупать. Ну все поняли, ну это шутки. Я ученик по-настоящему. Ну, правда, я буду ходить в школу учиться, в ПТУ, на продавца. Да, уже сдала сама себя. Продавец это, который в магазине работает. Где? На кассе. Считает по покупке твоей. В каком городе? Тут? Так, учиться буду здесь, да. А где будешь работать? Еще не знаю, у нас тут проблема с этим. Где работать буду? Дайте сначала отучиться, а там уже видно будет, где работа будет. Единственное, что меня спросили, где можно будет пройти практику. Я пока еще не знаю. Так как сейчас с училищами магазина не сотрудничаю, и практику пройти очень тяжело. Но я поспрашиваю знакомых в магазинах, может кто-то где-то что-то согласится. Ну, а там видно будет дальше. Ладно, дорогие друзья. Сейчас покажу, что у меня сегодня муж приготовил. А муж сегодня приготовил рассольник. Так, сейчас телефон положу. Вот такой рассольник вкусный. С рыбной консервой. Две баночки брал рыбной консервы. И вот. И компот мы достали из черемухи. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А Марин, ты неправильно карандашик делаешь? Держишь? Как правильно держать в ручке карандашик? Вот, видишь? Вот. Вот. И вот ты также должна и писать. Мариночка пишет прописи. А у меня вот так тоже. Да, у тебя тоже так. Они тут к папе в комнату пришли, чтобы не мешать там Оксане уроки делать. И Мариночка пишет прописи. Давай покажем, какая у тебя пропись. Ну, видите, она тут уже писала. Она простым карандашом все пишет. Потом мы это заново стираем. И она опять пишет, да? Где ты писала? Здесь? Да. Да. Ну все, пускай пишет. Молодец, умница Марина. Белье развешиваю, я не могу развесить. Аппарат работает, начинает, я стараюсь не напрягаться.
Все, дорогие друзья, вот такой вот у меня был день, что смогла поснимала. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Всем желаю мира и добра над головой, мирного неба. И всем говорю пока-пока.